здесь вот представлены уникальные лавы основного состава, пузыристые лавы. Воздух выходил из породы, когда порода изливалась на поверхность. И вот такие полости остались, как бы запечатлелись в породе. Образец привезен с Бурятии. Вот пепловый туфовый материал. Тоже древние вулканы. Ну и вот хочется остановиться вот на таком образце нефрита. Это необработанный образец. Здесь немножко пришлифовано. Вот так выглядит необработанная порода. Вот это вот вулканогенно-осадочная девонская порода. Туфоконгломерат. Различные обломки различных пород кислого состава, щелочного состава, сцементированы вот в одном таком образце. Ну вот слюдистый сланец. Слюдисто-турмалиновая порода. Это пирит жильный. Вот здесь вот может быть золотишко. Вот желтое. Ну, бокситы, я уже говорила о них. Только это бокситы из врублево-агафьевского месторождения.